Такого прецедента не было ни в Перми, ни в России. Пермский аэропорт Большое Савино до сих пор не имеет установленной охранной зоны. Вы ее не найдете в кадастровом учете. Светосигнальные огни взлетно-посадочной полосы, от работы которых зависит жизнь людей, установлены на частной земле. Как такое стало возможным? И почему до этого никому нет дела? Смотрите специальный репортаж «Цена земли».